В Гродной и Гродненской области полным ходом идет декада «Золотой возраст», приуроченная ко дню пожилого человека, который во всем мире отмечается 1 октября. На этот раз праздничный концерт прошел для пожилых людей Октябрьского района города Гродно. Здесь собрали заслуженных жителей района, ветеранов, активистов, тех, кто и на заслуженном отдыхе принимает участие во многих мероприятиях города. Некоторые, как, например, Раиса Прохорова, до сих пор на заслуженный отдых не спешат. При трудовом стаже, который насчитывает более полувека, она продолжает работать в школе и считает, что любимая работа и постоянная занятость и есть секрет ее бодрости. Один секрет – работа, которая доставляет удовольствие, и ради этого стоит жить, потому что именно это дает силы. В ней черпаешь источник вдохновения, в этом черпаешь настроение, и это залог. Самое главное – никогда не успокаиваться, никогда не оставлять на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня. И тогда будешь жить и будешь спешить. Заслуженные люди, чей упорный и неустанный труд направлен на благо потомков, сегодня получают в свой адрес слова благодарности и самые искренние пожелания добра и здоровья. И эта декада – возможность объединить их, пообщаться с ними, услышать их просьбы и пожелания, а также скрасить их будни и дать почувствовать себя необходимыми. Это те люди, которым нужно сказать огромное спасибо и низкий поклон за их труд, за то, что благодаря им в том числе мы сегодня живем в таком красивом, ухоженном городе и слышим вот эти вот восхищенные отзывы от наших гостей. Спасибо всем нашим ветеранам, пожилым людям за их труд и за наш город.